Что будет, если пить зеленый чай каждый день? А вы знали, что зеленый чай в буквальном смысле в состоянии замедлить ваше старение? Также он положительно влияет на наши когнитивные способности, а именно на нашу память. К тому же длительное потребление зеленого чая повышает дофамин и мозговую активность. Также зеленый чай помогает при похудении, так как он заметно ускоряет метаболизм.